Приветствую вас! Вы на канале Князь. Сегодня у нас битва замков и, блин, тунец. Тунец — это та рубрика, в которой я прокачиваю аккаунт с нуля уже достаточно долгое время, и есть целый отдельный плейлист. Если ты до сих пор в теме, не забудь поставить лайк. Ладно, что у нас получается? Что-то глаз зачесался. Не к добру это. Сегодня будет достаточно насыщенный видос, так как, во-первых, что я сделаю? Я открою ништяки. Это раз. Во-вторых, я... как бы вам объяснить? Я открою ништяки, докачаю Анубиса, на десяточку его сделаю, и мы попробуем ему выбить какой-то все-таки подходящий талант. Ну, хоть какой-то адекватный талант. Так что усаживайся поудобнее. Вот. И погнали. Погнали. Ваши подарки. Что у нас тут по подаркам? Ну, давай начнем потихонечку открывать с ерунды. Давай. Тут у нас понятно все. Тут у нас понятно все. Тут у нас. А тут сундук лавы. Отсюда нам нужны ресурсы, друзья. Отсюда нам нужны ресурсы. И мы их получаем. Идем дальше. Так. Окей. И последние два сундука. Окей. Дальше. Сундук форта. Очень надеюсь на коробку таланта 5 уровня. Очень надеюсь, понимаешь? Но она, блин, как назло, берет и не падает. Так, тут по питомцам. Слушай, ну тут хорошие ништяки прилетали от разработчиков. Давайте это все дело откроем. И вот это дело откроем. Правда, у меня нету маны. Вот если взять сейчас, да, нужно будет какого-то питомца прокачать. У меня, к сожалению, нету маны. Открываем. Открываем легендарную карту, получаем ниндзю. Ну и тут интересненько, конечно. Ну, я не знаю, Розалинду мы все равно никогда без доната не соберем. Ну, тут будем радоваться питомцам тогда. Давай. О! По максималочке питомец выпал. Это хорошо. Сколько у нас на складе вообще маны припасено? У нас тут даже что-то есть. Может быть, дружище, мы тут возьмем что-то и качнем. Так, переходим. Угу. О, тут уже, смотри, у нас огневичок подоспел, да? Ему надо умение прокачивать. Дальше. Посмотри, Рудольфик. Рудольфик красавчик. На 8 уровень прокачался. При том, что мы играем без доната. Джелли. Джелли тоже молодец. Ну, ледышка и в Африке ледышка. Смертушка, о божечки, да. Да. Новый питомец Феник. Отлично. Он у нас теперь даже, ну, подходящего... Вот, ну, посмотри, 6 уровень. Почти как на веслоухом, если честно. Так, цепелина. Про цепелина не забываем. Слушай, давно я, видать, в питомник-то не заходил. Давно я в питомник не заходил. Сколько здесь надо улучшить? 800 тысяч. То есть мне где-то... Ну, лямчик. Давайте возьмем, зайдем лямчик нафармим. Но просто хочется уже докачать и... силушку прибавить. Так, вот тут как раз-таки очень хорошо. Тут очень хорошо. Берем вот так вот на изи, высаживаемся. Морозим. Ну, слушай, мы зависли тут непонятно на ком. Походу, наш план Барбаросса сейчас не выйдет. Нет, вышел. Мы забрали 1,5 лимона. А золото? Золота-то нету? Золота нету? Ладно. Так. Питомцы. Где вы? Вот, идем сюда. Так, Пегасик, хватит. Так, Аврора, хватит. Ну, замечательно. Силушка прибавилась. Там еще умения, наверное. Подожди, это там конкретно сейчас умения нужно качать, потратиться на них, да? Так, ангелочек. Слушай, а что за событие у меня завершено? А, вот это мы еще заберем, друзья. Так, я испугался, что я халяву. Что я халявушку-то профукал, друзья, я испугался. Так, смотри, ангелочка не надо. Огневика качать надо. А, Рудольфа качать надо. Феника качать надо. Ледышку качать надо. Смертушку качать надо. Ну да, ресурсики нужно. Нужно будет потратить. Халявушку мы тоже забираем. Это 1 000 000 орденов, это серьезно для тунца, потому что, смотрите, ситуация, да, там для основного аккаунта
Ну, это все херобора. Для основного аккаунта, друзья, это все херобора. Но для тунца, в особенности если учесть тот факт, что ему не хватает орденов, чтобы смотрителей прокачать, то это классно. Ну, как бы мы как прокачаем, я думаю, мы упремся... Опа, десяточка прилетела. Мы сразу же упремся в недостающее, скажем так, количество камней. 1 000 000 орденов, бац, и прилетело, да? 5000 бац, и прилетело кулаков от разработчиков, за что, кстати говоря, им большущее спасибо. Так, это мы тоже тут фигачим, все хорошо. Ага. Так, подожди, а где эти камушки? Сколько у меня их? По 800, 700, ну не так уж и много накопилось, я вам скажу, дамы и господа. Ладненько, тогда... Тогда переходим непосредственно в эту локацию. Где у меня камень? Вот, древние испытания, смотрители. 29-28 уровня они. Давайте вот. Вот этого переведем. Ну, да, орденов у меня теперь просто жопой жуй, как говорится. Давай, улучшаем всех подряд, по порядочку, по красоте. Слушай, у нас сегодня такое насыщенное видео выйдет. Вот. Смотри, главное, что главное, как силушка качается, друзья. Конечно, разработчики с орденами нас конкретно выручили. И это радует. По 165. Это серьезно. Да, у меня сейчас орденов хватит, а вот камни закончатся. И тогда все. Просто можно забыть про прокачку смотрителей. Потому что они будут... очень-очень долго накапливаться. Но сейчас, конечно... Ух! Ух, ребятушки! Прям по-другому и не... Ну, мне нравится, посмотри. Красные камни уже закончились. Да? Что-то с красными камнями странно. Вот на основном аккаунте красных камней, наоборот, много. А здесь вот взяли и закончились. Ладно, 34 уровень у нас. У смотрителей. И это... Опа! 208 тысяч силы! Со стар... Оп! Оп, это прям вообще день тунца, друзья, день тунца. Так, что у нас еще осталось? Мы ту фигню забрали. А, я хотел докачать Анубиса. У нас тут 40 тысяч кгшек. У нас тут 40 тысяч кгшек. Давайте мы их все долбанем в слизи. А чё бы и нет. Почему? Хотя... Не, давай двадцатку. Давай двадцатку все-таки. Вдруг я там захочу эволюцию кому-то сделать. Все, может, понимаешь, может, мне и двадцатки хватит. Это не исключено. Ой, блин, ну не Валентин уже вовнутрь всовывать. Хватит. Давай, дружище. Давай, должно хватить. Да, хватило. Ну, вообще замечательно. Даже ровненько получилось. Ну что, дамы и господа, вы можете поздравить тунца. Анубис тут, наконец-то, 10 и 10. Осталось ему только найти талант, и у нас еще, скажем так, запасики КГшек есть. У нас есть запасики КГшек, мы можем эволюцию сделать, не знаю, тому же Бигфуту. Да? Можем сделать эволюцию Бигфуту. Ладненько, ну давай попробуем выбить талант. Что у нас может там? Здесь что-то продается. Вот так и знал. Никто целый день мне ничего там не ставил ВКонтакте. Никто ничего у меня не ковырял. И все было классно, друзья. Все было классно. А как только начал записывать видео, сразу пошли всякие... Па-бам! Па-бам! Ну нафиг. Давайте повырубаем эту всю хурму. Так. Окей. Да, здесь карты смены таланта нету. Ну все, теперь можно тут магазин скупать на тунце и забить вообще. Потому что ордена в любом случае будут быстрее копиться, чем, скажем так, камушки. Камушки. Давай, 5000. На самом деле, 5000. Это мало. Ну, а вдруг повезет? А, хотя у нас еще 9 карт. Ну, давай сначала за самоцветы. А потом уже подумаем. Оживление третье. Ну, тебя в пень. Давай, дружище. Подходящий талант. Для Анубиса. Будь добр. Давай. Замедление. Проклятый доспех первый. Да хоть бы проклятый доспех выпал пятый. Хотя, ну почему хоть бы? Хороший талант. Особенности для Анубиса.
Ну давай, ну давай. Ракушка лезвия четвертая. Ну это издевательство. Ну пятерочку-то дай какую-нибудь. Дай пятерочку-то какую-нибудь. Дай пятерку. А, слушай, а эти остатки 20 тысяч мы можем в умение, на самом деле, питомцев долбануть. Сейчас и долбанем. Так, давай заменяем. Ну! Нет, это издевательство. Ну! Ну! Давай! Вот дал бы пятое исцеление, я на тыкву бы поставил бы, даже забил бы на берс, хотя у меня там есть возможность второй талант поставить. Ай. Ну давай выбираем карты. 9 попыток. Мы обречены на удачу. Хотя я столько бы самоцветов срубил бы с этих 9 карт. Чё, серьезно? Ни одного пятого таланта? Ну давай вообще в нулину. Просто жесть, короче. Просто жесть, ребята. Ладно, все тогда. В нулину, так в нулину. Ну хотя нам разработчики дали 5000 кулаков. Ладно, давайте качнем питомцев, потом кое-что интересное замутим. Питомцы, вы где? Давай сюда. Ангелочка, не надо, давай всех по порядку. Чтобы никто не обижался. Вот так вот. Сразу 65 силы, да? Оп, как все круто получается. Так, Jingle Bells. Давай Jingle Bells прокачаем. Ну тут вообще изи. Давай, ладно, плевать. 130 силы, ребята, 130 силы. Давай дальше. О, Феник сейчас вообще замечательно прокачается. Ну. Ну. Ну, окей. 195 силы. Ребятушки, это уже серьезная заявочка на 209 тысяч силы. Ледышка. Это да, это, считаю, все с халявушки у нас. Ледышечка прокачалась. 65 силы. Ну, хотелось бы и больше. Смертушка. Смертушка, давай вперед. Так, еще 65. Да, походу мы не дотянем. Да, друзья. Мы не дотянем до 209 тысяч силы. Ладно. Ладненько. Это в любом случае потом просветом прокачаю. Что у нас остается? Остается, как всегда, купить коробку таланта 5 уровня. И надеяться на огромнейшую удачу. Ну, елки-палки. Ну, Анубис-то есть. Талант-то ему должен появиться хороший. Идем в ва-банк. Давай! Окей. Окей, без базара. Будет тогда у нас Анубис на защиту. Окей. Все. Саша спокоен. Саша спокоен. Выпало бы что-то на урон, поставил бы на урон. Но выпало на защиту, поставлю на защиту. Понимаешь, друзья, тунец находится не в том, скажем так, состоянии. Вот. Чтобы тут воротить носом и пытаться что-то там выбрать. Ну, вот такой вот. Когда-то такой Анубис это был мечтой. С пятым психощитом. Вы что, ребятушки? Какое себе могли позволить только топ-донатеры? А тут, бац, и мы позволили. Может, ему 11 умение качнуть? Хотя нет, сейчас я уже, наверное, не качну 11 умение. Может быть, в следующем видео. Но если вы поставите много лайков, друзья. На этом все. Я вам пожелаю огромнейшей удачи. Ну, блин. Я не знаю, конечно, 5000 кулаков потратили, но смотрите. Да? А? Ну, как все опрятненько выглядит. Как все опрятненько выглядит. Прям очень опрятненько. Очень опрятненько, друзья. Можно воевать. Можно воебать. Поебать. Ладно. Пока, дружище.